туман стоит над морем. Никого. Какое море все-таки? Каждый день оно разное. Да даже и на дню бывает по нескольку раз разное. Ой, какой туман. Светленькая, тихонькая. Ветер только, камеру не взяла. Здорово. Я не люблю летом, когда народу. Полные пляжи. Вот это. Я люблю, когда нет никого. Никого. А вон там живые люди ходят. Привет, кошка. Опять ты. Ты тут, видимо, живешь. Маловат Черноморск. Особенно ходить-то негде, показывать что-то. Ходишь по одним и тем же местам. А ездить куда-то не всегда удается. Да и возможности не всегда есть мотаться куда-то. Ничего, сейчас приедут мои. Мы поедем на праздники в Севастополь к Мише. Потом в Судак нужно съездить к Надежде в гости. В Симферополь, может, съездим. Посмотрим, как будет здоровье, как дела. Так что не будем же мы дома-то сидеть. Ой. Вот она, разруха. Летом не видно. Все сейчас зеленью закроется. Глаза не бросаются. А так, конечно, тут еще конь не валялся. Сколько надо денег вкладывать. Сколько тут еще предстоит работы. Вот сегодня, да, снимала я вам практически еще ночью видео. И ведь вот я уехала на 9 часов на автобусе.
света так и не было. Я специально стояла на остановке и прислушивалась. Хоть бы кто возмутился, да, там, что с утра нет света, в школу детям, там, людям на работу. Нет, никто слова не сказал. А меня это прямо вот возмущает до глубины души. Крымчане, привыкшие к этому. И это очень плохо. Школы все отремонтировали, как Россия пришла. Там такие эти площадки спортивные. Переходы с солнечными батареями. Ну вот. Такие яркие вот эти кусты. И вот что еще хочу сказать. Когда мы приехали, это уже прошло 4 года и 8 месяцев, жутко было смотреть на автомобили. Ну просто вот какие-то «Жигули» старые, «Москвичи», «Волги» эти, все такое задрипанное. Сейчас стало гораздо больше приличных машин. То есть, о чем это говорит? О том, что растет благосостояние. И вообще машин стало намного больше. Сейчас весна, кругом машин. Даже у нас мимо дома нашего первые зимы было прям тишина была, редко, когда машина проезжала. А сейчас летают. Вот смотрите, как из такой здоровой почки и листики вылазят. А тут уже повылезали. Ой, это сирень, что ли, уже? Да ладно, да? Вот никак не привыкну я. Что так рано все? Это вроде деревья стоят в одном ряду, а как по-разному.